В дежурную часть отдела МВД России по Отрадненскому району поступило сразу несколько сообщений о кражах имущества из автомобилей. Во всех случаях ночью злоумышленник путем взлома запирающих устройств проникал в автомобили отечественного производства, откуда похищал автотехнику, аккумуляторы и деньги. В ходе опроса возможных освидетелей и очевидцев происшествия сотрудники полиции установили марку и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором предположительно передвигался злоумышленник. Еще через некоторое время полицейские установили и задержали самого подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в совершении преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия установлена его причастность к совершению 4 эпизодов краж. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.